Всем привет, друзья! С вами Коровит, мы находимся в Going Medieval и продолжаем дальше развиваться. Я проиграл несколько игровых дней вне записи. В целом ничего серьезного не случилось. Сейчас все в подробностях расскажу, что как я делал. Значится, поставил второй вот этот исследовательский стол, вот для того, чтобы ускорить производство книг для исследования. Уже 130, я изучил Stone Block Cutting. Вот, вот я его построил, вот он у нас этот столик красивый. Уже сделали 20 кирпичей из камня. Вот, здесь я поставил склад, где я буду складировать обычный камень и кирпичи из камня. Вот, ну и, собственно говоря, чтобы улучшить производство, нужно было это, ну, получается, вот этот верстак закрыть, чтобы он как будто был не на улице, а как будто он стоит где-то в здании. Вот. Я так понимаю, что есть еще какие-то, да, вот здесь тоже production speed, видишь, снижена, потому что стоит на улице, а не в здании. Вот здесь, здесь нет. Вот здесь, кстати, вот этот можно размещать на улице. Это тоже можно размещать на улице, но вот этот стол мясника лучше всего разместить где-то внутри. Я могу его сломать, а вот перенести, наверное, не получится. Я бы хотел его перенести, поставить вот здесь, но, скорее всего, можно только сломать. Вот, придется просто построить тогда новый где-нибудь вот тут вот внутри. Внутри здания. Вот, здесь еще необходима крыша, соответственно, чтобы... этот стол понимал, что как будто он находится под крышей, ну, то есть как будто он находится в здании. Вот, у меня закончились, я так понимаю, деревья, и надо их идти собирать. Давай, наверное, будем собирать где-нибудь вот здесь, здесь довольно много дерева. Вот, будем его тогда собирать. У нас до сих пор еще... А, у нас лето уже. Подожди, а где зима? Чего? У нас же... А где зима? Подожди, а зимы нет, что ли, еще в игре? Я помню, была осень, а сейчас опять лето. Чё? Ладно, может быть, я начинал играть весной? Да, по-моему, летом. Окей, хорошо, хорошо. Новые люди к нам не присоединились, никого нету, никто к нам не приходил. Вот, что печальненько немножко. Здесь уже начинают собирать капусту. Вот, ее довольно много. Хотя, наверное, нет, ее не довольно много. Ее маловато, я бы даже сказал. Тут сколько может быть ее штук? Так, можно посмотреть? 90... А, ну 96 может быть и нормально, кстати. 96, в принципе, довольно неплохо. Вот, особенно если все это дело готовить. Сейчас я хочу следующее изучать, вот эту еду. Вот здесь, по всей видимости, можно будет готовить нормальную пищу. Но мне нужен будет Iron Ignot. Вот, а он у нас делается вот здесь. То есть, если я даже вот это изучу, это будет бесполезно без вот этого изучения. Поэтому, скорее всего, я буду изучать тогда вот это. Вот, будем делать печку. А дальше уже тогда, после этой печки, будем изучать готовку. Вот, где можно эту штуку поставить, внутри или снаружи? Наверное, тоже внутри она, скорее всего, ставится. Ну, типа, лучше всего ее поставить внутри. Но я здесь ее нигде не поставлю. Прикол вот в чем, потому что у меня нету места здесь нигде. Здесь как бы тоже нету. Это надо, это, наверное, нужно строить отдельную тоже какой-нибудь отдельный домик для вот этой печки. Но, в принципе, глина-то у меня есть. Глина есть. То есть можно что-то из глины такое наворотить. Небольшое какое-нибудь здание. Где-нибудь. Давай возле склада, что ли, где-то сделаем. Допустим, вот здесь. Возле ямы вот этой вот. Сделаем такое небольшое здание. Ну, как-то так, пускай будет. Да, я думаю, ничего страшного, если оно будет прям вот таким вот. И вот уже внутри мы поставим тогда вот эту печку. Вот прям вот так. Поставим ее, отлично. Все.
Вот. Потом, если что, склад тогда для железа будет у нас, ну, тоже где-нибудь вот здесь вот рядышком. Вот, даже можно как отдельное здание еще одно сделать, там как склад, и плюс склад еще и для металла будет. Мне кажется, будет неплохо. Вот, ну, дверь здесь определенно нам необходима. Дверь делаем, конечно же, где-нибудь вот здесь, наверное. Вот будет вход. Окошки. Окошко тоже я, наверное, сделаю одно. Пускай будет хотя бы одно. И, соответственно, крышу я сделаю такую вот. Немножко неестественную. Пускай будет вот такая крыша. Чтоб тут какое-то было разнообразие в городе. А то город как-то более-менее похож друг на друга. Вот, чтобы хотя бы было какое-то небольшое разнообразие. Вот так вот у нас сейчас это все выглядит. Крыши, видишь, не строят. Не знаю почему, наверное, потому что у меня заканчиваются какие-то ресурсы. И я так подозреваю, что у нас есть проблема небольшая, связанная с отображением вот здесь вот ресурсов. То есть они неправильно отображаются. Потому что хейп, у меня, по-моему, его нет вообще. Ну, по крайней мере, я так думаю, потому что стеночки, не стеночки, а крыши, их не строят. Вот, я не знаю почему, как это вообще работает, но, по-моему, его у меня нету. Хотя вот здесь вот вроде бы есть. Вот, да, 150, 100, 160. О! Так, это к нам кто-то пришел, да? Сеол, apparently warm, open smile, с открытой улыбкой. Да, отлично, отлично, к нам присоединился еще один. Сеол его зовут. Так, давай-ка мы узнаем о нем побольше. Значит, он у нас... О, он у нас отличный следователь будет. Прям, муа, прям топчик. Поставим его исследовать и поставим... Ой, он у нас и медик еще, вообще супер. Просто идеальный чувак к нам пришел. Отлично, отлично. Все, значит, мы его берем тогда. Естественно, соответственно, естественно. Так, что у нас тут еще есть интересное у него? У него есть шапка даже. Понятно. Шапка, одежда какая-то есть у него. Кровать он уже сразу занял себе. Ну, это радует, то, что у нас теперь 5 человек, наконец-таки. Это все будет теперь гораздо быстрее у нас двигаться. Вот, плюс будут гораздо быстрее двигаться исследования. Сейчас у нас исследование 20. Но, вот, видишь, есть один момент, который я не понимаю. Почему не строят крыши? Может, я что-то не так делаю. Ну, вот, допустим, здесь, да, ее начали строить, но как-то сделали наполовину и закончили. Здесь вообще какая-то дрень. Ладно, здесь я тоже, в принципе, могу понять, потому что, ну, тут... Видишь, такое все кривое, косое здание какое-то. Может быть, как-то из-за этого они здесь не могут построить крышу. Надо, короче, как-то в этом разбираться. Так, если мы сделаем, допустим, вот так крышу. Нормально будет? Вот так, если я сделаю. Построят они ее? Или же опять будут какие-то отговорки? Вот здесь вот непонятно. Тут просто обычная крыша. Почему они ее не строят? Хрен, как говорится, знает. Потому что, смотри, бревна есть. И солома тоже есть. Может быть, они ее не могут взять со склада, эту солому. Может, какой-то глюк, я не знаю. Надо, наверное, как-то... Ну, давай попробуем соберем вот здесь вот. Вот эту солому, допустим. Вот эту солому. Соберем. Так. Какой-то ветер прям сильный, слушай. Поднялся, прям это слышно. Вот это тоже пособираем. Tall grass. Так, подожди. А может быть это что-то, может быть это разные ресурсы? Может быть... Хей, это другой ресурс. Construction material. Да вроде бы нет. Ладно, сейчас посмотрим, давай ускоримся. Что у нас будет происходить? Мясо у нас испортилось на складе. Понятно. В принципе, в этом ничего такого удивительного нету. Что мясо испортилось. Так, капусту таскают. Нет, хей, все правильно. Хей здесь 42, и там 42.
Тут все правильно. Циол делает у нас камни почему-то. Вот так вот как-то неожиданно. 30, всего лишь 30 камней. То есть я могу сделать стеночку совершенно небольшую. Прикинь, это вот сколько надо по времени, чтобы вот, ну, хотя бы вот так сделать стеночки, да? Ладно, там пофиг, как-то я хотел там закрывать побольше территорию. Хотя бы маленькую какую-нибудь. То есть сколько нужно времени потратить, чтобы сделать это. Я просто, ну, это прям очень много, да? То есть, например, если сделать вот так, да, это 105. 105! Это вот так вот. То есть у меня 105. Вот так вот еще примерно 200. Вот так вот 300, 400, 500, 600, 700, короче. Мне надо примерно 700 кирпичей, чтобы сделать стеночку минимум, ну, то есть минимально вокруг моего города. 700 кирпичей. Офигеть. У меня только 30 пока. 30, то есть, ну, вообще ничего. Да, это будет, конечно, долго все происходить. Вот, кстати, начали делать крышу. Опять же, почему ее начали только сейчас делать? Может быть, они не могут забраться сюда. Может, как-то надо по-другому крышу делать. Ну, не знаю, здесь-то почему-то крыши сделали. Вот здесь, вот здесь, вот здесь. Может быть, тут не хватает... Да нет, я думал, может быть, здесь не хватает вот этой вот растяжки вот такой вот. Вроде бы нет. Она здесь, по идее, не нужна. Это только если я буду делать второй этаж, а крыша-то ж, по идее, должна так строиться. Можно попробовать лестницу сделать. Так, чисто по фану посмотреть, вдруг это, ну, действительно как-то зависит из-за лестницы. Например, если, ну, просто попробуем сделать лестницу, получится классно, нет? Значит, тут дело не в лестнице, значит, дело в чем-то другом. Поэтому я не могу построить крышу. У меня, кстати, закончился, видимо, это, да? Да, тут его нету уже. Глина. Закончилась глина, надо глину добывать. Глину я могу добыть вот здесь. Но я бы не хотел ломать вот здесь вот... А, вот есть глина. Все, окей, вижу. Так. Подожди. Майн, вот шахта, вот добываем глину вот здесь чуть-чуть. Мне, в принципе, немножко надо, вот так, я думаю, хватит. Камень тоже как-то долго добывается. Так, ну сейчас посмотрим, вот сейчас мы построим сюда стеночку, о, точнее лестницу. Смогу ли я как-то по этой лестнице забраться, построить крышу? Если смогу, то я тогда окей, все понял. Ну типа, что, как тут вообще делается? А чё? А где Осгард? Осгард стоит в стене? Осгард, ты что, себя замуровал, что ли? Да, он себя замуровал, понял? Он стоит в стене, внутри стены. Я не могу его вывести отсюда. Надо ломать стену. Прикинь, он забаговался у нас, получается. Так, ребят, сломайте тут, пожалуйста, стеночку. Вот, все. Осгард у нас, оказывается, был забагованный все это время там. Стоял, бедолага. Так, лестницу я сделал, но, видишь, что-то пока крышу не особо хотят делать. Возможно, там что-то мешает. То есть они не могут сделать крышу, потому что там что-то мешается. Может быть такое, я не спорю. Потому что, допустим, здесь что-то, видишь, может мешаться. Но вот здесь-то точно ничего не мешается. Ну, типа, 100%. Кстати, крышу мы сделали. И там же, по идее, еще должны построить здание. Так. Ой, точнее, здание. Вот, вот эту штуку я имею в виду. Печку вот эту вот, господи. Forever Young, Production Speed. А, ее наоборот надо было строить. Не внутри, а снаружи. Ладно, мы ее тогда ломаем и построим снаружи.
Ну, здесь где-нибудь поставим. Или можно поставить ее вон там наверху, там, где как раз-таки много этого металла. Там как раз мы ее и поставим. Iron, да, вот здесь, например, да? Сразу же. Так. Что у нас по дереву? Дерево есть, дерево много. Дерево у нас тут прям 750, это очень много дерева. Это прям очень много дерева. Хей тоже валяется, ну видишь, короче, я не знаю, почему не строят крыши. Почему это прям такая проблема, построить крышу, я прям понятия не имею, вообще не знаю. Еще есть такая небольшая проблема, они почему-то не носят некоторые ресурсы, допустим, ну, по складам. Вот, можно было бы, конечно, кого-то назначить, чтобы вот именно он занимался тем, чтобы тупо переносил ресурсы, больше ничего не делал. Можно, кстати, назначить на эту работу Озгода, потому что он вроде как ни рыба, ни мясо, что-то там, то здесь походит. Вот, можно его, допустим, назначить на эту работу. Пускай он эту работу тогда и делает у нас. Вот. Ну, как-то так. Как-то так. Вот здесь почему-то я вижу, какая-то дырка есть. Странная. Какая-то странная дырка. Ага. Так. Но все-таки мне кажется, что что-то я не так делаю с крышей. Я как-то, возможно, неправильно ставлю. Наверное, надо ломать вот эту и делать просто одну длинную большую крышу. Скорее всего, как-то так это и должно работать. То есть нам надо полностью всю крышу в этом здании сломать. Полностью всю. Просто сделать заново новую крышу. Тогда, по идее, проблем быть не должно. Ресурсы ж у нас наверняка ж останутся. Сохранятся. Так, здесь сделали. Все, отлично. Делаем. Ну, вот так вот. Forever Young. Forever Young. Почему я постоянно употребляю это слово? Откуда оно мне вообще взялось? Вот так делаем. Все, я думаю, что вот этого количества мне хватит для того, чтобы сделать нужное количество слитков. Вот, и следующее, что мы тогда будем исследовать, это у нас уже 140, кстати, довольно быстро. Это вот это вот приготовление нормальной пищи. То есть я так понимаю, что это, ну, типа печь такая для того, чтобы там прям готовить разную всякую еду. Вот, возможно, даже еду, которая будет долго не пропадать. Может быть, даже и такое, почему нет? Так, ну пока, видишь, они активно занимаются тем, что добывают камень для постройки. Для постройки... О, что тут крыша валяется, не понял. Что за прикол такой? Для постройки стены. Так, значит, здесь у нас крышу сняли, тогда надо крышу здесь поставить. Вот, раз уж ее сняли, ее надо поставить. Чуть наверх. Ну вот, а туда я не могу, видишь, ее никак дальше прогнать. Я могу, наверное, вот так сделать. И вот так могу сделать. Скорее всего, так оно должно, по идее, работать. Но нет, оно так тоже не работает. Тоже, видишь, теперь здесь крышу не построили. Вот говно. Так, вот это все убираем. Попробуем тогда по-другому. Можно попробовать...
Короче, я так понял, что мне нужна еще одна стена вот здесь. Либо попробовать как-то построить, например, вот так. Тут почему-то не строится. Вот так. Блин, я не могу выделить. Выделить нужный кубик не могу. Но она тут все равно так не строится. Блин, а может... Нет, ну здесь же крыша построилась как-то. Правильно, вот здесь. Все окей, крыша в норме, все хорошо. А здесь почему-то не строится. Тем более она почему-то тут себя еще зажала. И не может отсюда уйти. Мне бы уже хоть как-то сделать крышу. Я тупо не могу крышу сделать. То есть, ну что это такое, блин? Я могу типа сделать крышу только в одном каком-то этом здании. То есть либо вот в этом, либо вот в этом. И все. А в двух я почему-то сделать не могу. Может вот так? Не, он как будто, блин, перелазит. Немножко не тут. Может быть, вот здесь можно вот так, допустим, сделать крышу. Вот если вот так, например, ее сделать. Так я еще не делал. Сейчас посмотрим. Причем крыша будет у нас и здесь. Ну, видишь, опять. Они почему-то делают ее вот здесь, а в центре не хотят. Все, я не знаю. Не знаю, с чем это связано. Написано, что нужно дерево. Дерево есть, его здесь полно. Эх. Ох уж эти крыши. Да, наверное, проще сразу делать дом, сразу делать в нем крышу. Но это 100% глюк. 100% глюк из-за того, что еще ранняя версия. Я уверен, что это пофиксят, потому что, ну, это невозможно. Я вроде бы делаю крышу, она тупо не строится. Вот, либо хотя бы как-то бы говорили, почему она не строится. Может быть, я реально делаю что-то не так. Вот, но видишь, никаких ни оповещений, ничего. Просто она просто не строится, крыша, и все. Вот, ну, хотя бы радует, что они начали перетаскивать ресурсы. Отсюда вас сюда. Вот видишь, из лаймстоуна я бы, в принципе, уже бы сделал бы гораздо больше. То есть я бы уже сделал бы, наверное, вот так и вот так бы стеночки. Вот, но все-таки из кирпичей-то, наверное, получше. Не знаю, правда, чем, но мне кажется, что из кирпичей будет стена гораздо лучше. Но ее пока сделают, мне кажется, пройдет... Вечность буквально пройдет. Поэтому, может быть, реально делать просто из камней, а не из кирпича. Из кирпичей может какой-нибудь домик построить потом, в дальнейшем. Да, давай, наверное, так я и сделаю. А, можно, знаешь как, давай я сделаю просто одну стеночку сейчас вот такую, а одну вот такую. И посмотрю, в чем будет разница.
Вот, будет ли вообще какая-то разница? Там же наверняка будет написано, сколько там ХП и всякого такое вот. Сейчас посмотрим. Так, вот она у нас, стена из кирпичей. Стабилити 4, тут тоже стабилити 4. Хитпоинты не отображаются. Смотри, 800 хитпоинтов, а тут всего 300, то есть больше, чем в два раза. Она устойчивее, надежнее и так далее, чем вот такая вот стена, ну, типа из обычных булыжников. А, не, ну тогда я не спорю, тогда надо, конечно, вот такую, наверное, ждать. Хотя, ну, в принципе-то на меня-то никто особо не нападает так сильно, чтобы, знаешь, разбить такую каменную стену. Поэтому, наверное, ребят, все-таки я буду строить стеночку вот такую вот, у которой 300 хитпоинтов. А у дерева 200, кстати, между прочим, у дерева 200 хитпоинтов, у глины всего 150, то есть дерево, по идее, понадежнее, но я не знаю, есть ли тут система каких-то возгораний, пожаров, да, то есть если она есть, ну, например, если поставить костер где-нибудь внутри, то, скорее всего, деревянный дом просто сгорит, но я так думаю, что тут такого нету, потому что... Огня я тут никакого не видел, кроме как в костре и вот в этой штуке. Вот, так, что у нас там дальше? Производство. Вот такие стеночки будем делать тогда, да? Где-нибудь вот на вот таком расстоянии. То есть у нас пойдет вот так вот стена. Вот в эту сторону. Как-то вот так мы ее будем делать. Так. Так, подожди, вот здесь. Нет, не здесь. Можно вот так сделать. Всё. И вот так вот фиксируем. Вот, получится вот такая вот у нас стена. Я также сделаю сюда подъем обязательно, чтобы можно было на стену забраться, если что, допустим, с этой стены как-то отыгрывать, там, обстреливать врагов и всякое такое делать. Вот, но я пока не знаю, как именно все это будет делаться. Дверь у нас только деревянная, почему-то других дверей у меня нету, что ли? Клейбрик. Ну, где-то здесь должны быть двери, но здесь вот, видишь, нету, есть окна. Здесь тоже я не вижу дверей никаких. Броня, еда. Кстати, надо... О, у меня уже 340, нифига себе. Еду мы тогда разблокируем. Баннеры декоративные, всякие еще декорации. Так, ресерч второго левела есть у нас. Железные конструкции. Ворота. Есть какие-то ворота здесь? Нету, что ли? Да ладно. Нету, прикинь, нету здесь ворота, офигеть. Ладно, значит, мы изучили еду. Я хотел изучать кирпичи еще, давай мы их сейчас тоже изучим. Unlocked. Вот, и пока, наверное, все. Дальше смотрим, что у нас тут открылось. Kiln, это для обжигания кирпичей. А вот эти штуки у нас для изготовки еды. Я могу сделать вот такую. Мне единственное, Iron Ingot будет нужен. Но его, по идее, должны вот здесь сделать. Его почему-то только не делают. Я не знаю, почему. Waiting for resource. Может быть, это не те ресурсы? Да тут, по-моему, других-то и нету. Это камень. Это вот растения почему-то, блин, их... Не тащат на базу. Лекарственные растения. Они тут валяются просто так.
Да вроде бы нет, вроде бы это оно и должно быть, но я не знаю, почему его не тащат на базу. Ну, то есть вот сюда вот на переплавку, почему его не несут. Может быть, нету времени пока этим заниматься. Ну да, вот 30, видишь, надо. И 20 топлива. 4, 7, 8. А, может быть, у меня 30 просто потому что нет. Так, давай-ка мы тогда пока... Что мы сделаем? Ну, пока стеночки строят, я думаю, это будет очень долго. Я тогда на сегодня, ребят, уже прервусь. Вот, вне записи тогда дострою стеночки, попробую построить кухню. И тогда мы на следующем выпуске уже с вами продолжим. С вами был Корвит, не забываем про лайки и подписки. Всем удачи, друзья. И пока-пока. Случайно поставил, подожди, надо удалить.